Привет, друзья, это новый влог. Обратите внимание, на что я снимаю. Помните, вам показывал, когда мы были в технопарке, GoPro-шка 11. Я ее себе приобрел и теперь иногда буду снимать на нее. Учитывая, что погода портится, это очень даже актуально. Потому даже что Canon дождь брать, пойдет. Да, теперь вообще пофигу. Водонепроницаемые, да. Мы приехали к маме в гости. Ма, привет, пойдем смотреть, что мы тебе привезли все-таки. Идем. А у нас просто сегодня день выпечки был. Катя приготовила все на бончике. И сейчас дадим маме попробовать. Причем соус тоже сделала. Вот так вот выглядит. Караван Баши. Мы это с тобой в Чечне покупали. Тут орешки какие-то были. И вот с корицей. Надо вот разогреть сначала. Ну понятно. Давай, синобон. Вот такая вкуснотища. Я сейчас не буду синобон. Не будешь? Нет, пока не хочу. А помните, мы заходили за красками? В общем, у маман тут получилась картина. Издалека мне напоминает Гонконг. Очень прикольно. А когда близко смотришь, ну просто какие-то линии, да, тяп-ляп. Ну и вот такая у нее композиция получилась. Не знаю, как называется. Это серебрянка такая. Ну, прикольная. Но вот это мне все равно больше нравится. Немножко погостили. Едем сейчас домой. На улице 6 градусов. Охренеть. Ну скоро можно уже менять резину. Потому что, по-моему, летние до 7 градусов тепла работает. Или вот до 5. Ну вот как раз на границе, как мы сейчас едем. Дальше она начинает дубить и теряет свои цепные свойства. А мы поедем сейчас заправимся. Макдак. Ну, если бы мы были поближе к себе, заехали бы в эту... Как она называется? Серджио пицца. Угу. Но мы не успеем. Ну, хотелось бы нормально посидеть, а не так, что залететь туда, быстро готовьте и валите. Мы забили на Макдональдс и снова идем в Серджио пицца. Мы тише. Оказалось, что здесь не кафе, а просто пункт выдачи. Не знаю, может быть, спросить у них, так заказывают. Здравствуйте. А здесь кафе или просто можно забрать заказы? Есть приложуха-то? Не помню. Самый необычный способ поесть. Но я буду как обычно. Тут такие салфеточки забавные дают. Я, конечно, как дровосек, но первый раз такое вижу. Ну и есть будем в машине, потому что пока мы до дома довезем, пройдет уже час. Коробочка, кстати, прикольная, потому что она сохраняет тепло. Да, тут соль, есть перец. Меня такие опять дали с этим, с палочками. Слушай, ну я палочками не смогу ту пасту съесть. Придется учиться. Да я умею, просто это намного дольше будет, но ладно. Ну мы никуда не опаздываем. Если что, в пробочке может помячить. Правда, тебе тяжело будет навести с палочками. Ты их так держишь смешно, честно. Можно еще свет включить, так поярче будет. Приятного. Спасибо, и тебе. Распаковка. Ой, помоги, пожалуйста, вытяни. У меня что-то одной рукой не получается. Тут очень неудобно будет тебе. Давай вот сюда. О, нифига себе, они как будто бы больше сделали, чем в прошлый раз. Или мне кажется. Все так же вкусно? Время 12. Сейчас хотим поубирать летние вещи уже наверх. Хотим? Ну, я так. Моральная поддержка. Уже однозначно мы не будем вот это все носить. Я думаю, и отдать тебе джинсовку. Если мы поедем на Кавказ, оставь. Так это зима уже будет. По-любому не смогу ее носить. Холодище будет. Давай я с этого ракурса, а не твою попку. Ты свои тоже поубирал? Нет, я убрала только твою куртку, потому что все остальное висит, а твоя валялась вот здесь. Это приключение хомяка. Я грязная. Да там не видно ничего. Просто посмотрите на время. Я хочу кусать. Мне квас налей. Сейчас. А сколько? Час ночи? Блин. Ну съешь вон сырку. Или синабончик. Нет, синабончик точно не буду. Я уже зубы, блин, почистила. Я, кстати, когда чищу, потом не ем, потому а что не лень. Значит, еще раз буду. Ну, сделай себе бутербродик. Что? Горяченький. Даже хлеба нет. Ой, отстой. Закажи на утро. Я могу сделать... Что? На утро. Да, я могу сделать себе варенье. А ты сваришь мне варенье? Я уже в кроватку вообще-то хочу. Я вообще-то тоже лежала в кроватке. Прикинь, мне на пятницу поставили созвон на 8 утра. Нормальные люди? Честно, нет. Ненормально. Я думаю, а что они на 6 утра? Гулять-то гулять. Мне же в 10, 9, 9, 30. 9, да, в 9, 9, 30. Потому что у меня в 10 созвоны начинаются.
Ну, это, скорее всего, новосибирские ребята. Время практически 2 часа, у меня рабочий день в самом разгаре. Сейчас сижу и радуюсь. Как же хорошо на улке. Солнышко. Только очень холодно. Что-то по ощущениям градусов 8, наверное. Ну, а Катюша у меня там готовит. Скоро я буду нямать. Где ты есть? Ты уже сюда пришла? У меня сахар закончился. Хочешь показать, как я его делаю? Ну, размалываешь. Да, я вам спойлерну, у нас сегодня будет пицца. Как чикен пицца детская. Но не на завтрак, а на обед. На завтрак искусство кое-что другое. Две минуты и готов сахар написать. Угу. Ну вот, друзья, чтобы вы понимали, у меня первый завтрак начинается практически в 3 часа. Катюша мне тут приготовила вкуснятину, сама уже практически все съела. Вот такие блины, я вижу здесь сгущенку. Внутри что-то есть. О, вкусненькое, да? Угу. Как ты красиво сидишь. Ну все, приятного аппетита. Я сейчас все это заценю и буду счастливой. Я бы еще чайку бы выпил. Вот это было бы прям вообще пушка 100%. Угу. Сделаешь? Я, наверное, первый раз за последние 3 месяца в течение рабочего дня в принципе вылез на улицу. Очень много дел. Сейчас переставим машину. Ну и прогуляемся. Очень было... классно на улке. Вчера было только то, что ты освободился пораньше, часов 5-6, и мы поехали до мамы. А так именно в течение рабочего дня, да, ты вообще не выходишь никогда. Сейчас еще немножко ругались с автошколой. Мы оплатили за половину обучения, взяли автосправку. Она тоже платная, 4 500 рублей. Уже больше месяца прошло, и менеджер не отвечает. Причина простая – мобилизация. И там, по-моему, менеджер просто скрывается где-то. Никто не знает где. Может быть, они и знают, причем но обещали сети. Разобраться, да. Я ему пишу, вижу то, что он в сети, но он даже не заходит, не читает сообщения. Да, а это очень неприятно. Я ему писала еще давным-давно. То есть мы оплатили справку 7 сентября, а 29 сентября мы ему писали, типа, насчет справки, ну что, где там. Хотя она готовится, это буквально несколько дней. И он с 29 сентября... до сегодня 13 октября. Вообще ну, да. На связь не выходит. И еще добавлю, что Катюша, видите, в красной шапке. Впервые, это когда я ее встретил, она тоже была в красной шапке, только немножко другого оттенка. И тоже в черной куртке. Днем, конечно, тут дохерища мест. А вчера поставил вот сюда. Ну, то есть так тащиться, когда дождик идет, не очень прикольно. Сейчас я ее переставлю. Мне это не нравится, то, что она здесь на отшибе, вдоль забора. Куда-нибудь ближе к дому поставим ее. Ну, на улице вот солнышко, но все равно так прохладненько, да? Если оно скроется, будет прям вообще совсем плохо. И вот это мне не нравится, блин, в белых кроссовках. Вот здесь ходить, конечно, такое себе. Хоп! Что-то сейчас из-за того, что время 4 часа почти, пока еще свободно будет. Может, у дома запаркуюсь? Я даже не обратил внимания, там были места открыты? Ты такая маленькая, там только кусочек шапки торчит. Прыгни. Сейчас еще заберу пылесос. Место я себе классное, прямо у подъезда выбрал. Купили. Сейчас заценю вам. Ну, помните, я ругался, да, на Dyson? А мы взяли Xiaomi. Вот такой. Стоит он около 12, по-моему, или 13 тысяч рублей. Что-то я забыл. Вот мне очень нравится. Вот наш дом. 100 метров и ты в лесу, приятно погулять. Смотри, там уже все желтенькое. Mm-hmm. Может быть, сходим? Пойдем. Ну так, буквально 10 минут посмотрим, листочками пошелестим. Да, мы вот там сидели, вот где березка. Mm-hmm. Только она вся уже, видишь, без листочков. Желтое, такое красивое, когда солнышко падает. А то сидишь вечно за этим компьютером, не видишь ничего. Вот тоже красивое. Смотри, я почти их не трогаю, они опадают. Нашли на полянке девайс, он даже светится. Может, это от животного брелок? Да, возьму. Кто-то потерял. Хочешь, с собой возьми, повесишь его куда-нибудь на подъезд. Кто-нибудь заберет, у кого есть животное.
тяжеленький. Себе можешь оставить. Mm-mm. Я буду следить за тобой. Повешу куда-нибудь. Ну все, у нас видеоконкуренция появилась. Да. Катюша, создавай канал, в итоге будем показывать одно и то же, только с разным цветокором и с разными ракурсами. Угу. Пицца готова, сейчас попробуем. У меня есть буквально правда, 20 минут. Правда, я ее передержала немного, она такая тверденькая. Ну ладно. Она сейчас немножко это постоит и будет лучше. Ну все, да. Давай, кушать. Если вдруг интересно, какую Катюша камеру снимает, это у нас Zivie 10 с объективом 16-50. Снимает в 4К, я тоже в 4К. Такой у меня стабилизация получше. Ну, почему ты меня снимаешь, куда стрёмно выгляжу? Отлично выглядишь. Вкусная, кстати. Я рада. Пушка-бомба? Пушка-бомба, да. Все, у меня закончился рабочий день. Катюша ушла заниматься йогой. Потом мы поедем к маме снова в гости. И хочу вам сказать, что, в принципе, работа у меня не самая простая. То есть, мне кажется, что я все время на звонках сижу и ни хрена не делаю. На самом деле, помимо звонков, есть еще очень много умственного труда. Поэтому вот в конце рабочего дня я прям как выжатый лимон. И даже выгляжу сейчас вот так себе. Голова еще грязная, сейчас пойду помою. Поэтому крепко подумайте, готовы ли вы вообще идти в продакт-менеджера. Потому что ну, сил вы потратите достаточно много. И не думайте, что это такая работа. Пришел, потрещал, получил хорошие деньги и побежал дальше. Нет, такие продуктоводы очень быстро уходят из профессии. Ну а я лично сколько этим уже занимаюсь? Лет 12, наверное, и другой работы уже и не знаю. Поэтому привык, и все эти сложности меня не пугают. И еще хочу поделиться новостью, что сегодня буквально вот 3 месяца, да, прошло с момента, как я пришел в эту компанию, и все, я прошел испытательный срок, и буду продолжать вершить великие дела. Вот как-то так. У нас короткий видос получился. Я надеюсь, вам нравится картинка с GoPro. Покрасил я ее, мне кажется, очень прикольно. Ну, там дальше сами напишите комментарии. Ну, а я пошел башку помою, потому что выгляжу как бомж какой-то.